Доброе утро всем. Я что-то в машину сейчас садилась, вон там наверху. Там я работаю. Посмотрела на пляж и подумала, а почему бы мне, в принципе-то, сюда и не приехать, и не прогуляться. В общем, сказано, сделано. Правда, знаете, для меня совсем не пляжный день, потому что дует такой прохладный ветерок. Хотя там люди купаются, загорают, но я мерзлячка, поэтому мне холодно. Иногда даже вот так гуляешь, когда забываешь, что что-то в мире происходит нехорошее. Но вот люди в масках тебе напоминают об этом. Но вообще нормально все. Поливается, люди вот там приезжают и приезжают на пляж. Хотя время обеденное. Может быть, они прям покушать сюда едут. В общем, да, жизнь налаживается. Чарли, ты рад? Ты рад, скажи людям? Скажи, сама говори, это не моя работа. Моя работа защищать и охранять. Да, Чарли? И нюхать. И нюхать все углы. В общем, да, делаю кружочек. И домой готовить, кушать. Еще я вот такие разметки увидела. То есть, если гуляете с детьми, то вот по этой дорожке. А если спортом, то вот там, по тому тротуару. Чтобы люди не пересекались друг с другом. Интересная задумка. И так вот по всему, по всей зоне вот этой пляжной разрисовано. В общем, буду готовить вот это сейчас. Можно хамон, но вот у меня была грудинка, которая уже пропадала. Я ее сейчас обжарю, чтобы расплавился весь жир. И добавляю сюда чеснок. Обжариваю чеснок. И когда чеснок такой вот поджарится, уже добавлю вот эту вот вареную фасоль. И все, помешаю минут 5. На таком среднем огне. И все, блюдо готово. Очень вкусно. Так что вот. В общем, видео пропылесосила. Я пылесошу каждый день, потому что у меня вот этот вот друг линяет. Он каждый день, ему не видно, неважно, осень, зима. Вот. Опрыскала немножечко мои орхидеи. Поливать не хочу пока еще. В общем, опрыскиваю их. Вчера тоже вот опрыскивала. Поменяла ковровое покрытие у Чучи. У него там теперь новые ковры с диванами, с подушками. Там вот насыпала чуть-чуть еды. Грызет он эту птичку. Вроде бы грызет. Видите, грызет палку. Если бы я так досмотрю, у него жратвы не хватало, он бы эту палку уже сожрал, да? Не, но она у него уже вторую неделю висит. В общем, нормально ему там, зашибись. Калы свои тоже побрызгала. Когда же они уже вылезут? Не только цветы. Цветы тоже красиво. Вот эти тоже побрызгала. И что ты там нюхаешь, дорогой? Что ты там нюхаешь? Что там? Не знаю, что за цветы какие-то. Ну, цветочки очень прикольные. Симпатичные такие. Фуксия. Хотя на камере красные, но это фуксия. Красный вот. А это вот малиновый, да? Малина. Малиновки, заслышу голосок. Вот такие вот у нас дела. Сейчас пойду себе. Смотрите, как у меня вот этот разросся. Тоже ведь вы был на это. На выброс цветок. А нет, вон как пошел. И фикус, смотрите, тоже. В общем, это у меня такой уголок, как говорится, для цветов, которые умирают. Они так начинают у меня умирать, умирать, умирать. Я их сюда ставлю. Про них забываю. Типа, думаю, умрут, умрут. Все, они берут и оживают. Что значит? Надо любить меньше. Вот тоже, например, смотрите. Вот это вот у меня, вот эти все, видите, отростыши.
Вот эти вот все отросташи, видите? Это знаете как? Ну, мы вот так ходили, вот их, как говорится, трогали, и они отваливались. Ну, думаю, что, лень было выбрасывать в мусорку. Взяла вот так вот, вставила прям вот в горшок, думаю, что будет, то будет, вот так прям плюм-плюм. И смотрите, все принялись, все, все, видите? Вон растут как, вон, все принялись. Вот тебе и пожалуйста. Ходишь, леешь, и... Кстати, лист-то от этого... От орхидеи. Вот он. Корней нету никаких. Но он не желтеет. Он вот... Ой-ой. Тут вот водичка. Надо сейчас надо потереть. Вот тут немножечко. Говорят, что вот тут в середине не должно быть никаких... Никакой воды. Так, ну-ка. Вот так вот. Все. А он что-то проходит сам. А, ну понятно, значит так и надо. А, в общем, ну раз не желтеет, ничего, то пускай он там. Вот, видите, это его любимое место. Он тут ляжет, он не дурак, потому что там прохладненько, оттуда вот так вот дует, и вот он лежит, себя чистит. Чарли, ясно? Чарли, ясно? Ста слимпю. Да? Как всегда, тазик с этой... Такой вот у меня еще цветочек есть, вы не думайте. Вам не хухры-мухры. И вот, тоже вот кактус-то, помните, я с ним носилась, не знала, что делать. Вон, сбоку-то полезли тоже, вон, видите? Лезут, красивые. В общем, да, не поливаю. У меня проблема же поливать сильно. Пакеты вот такие вот из... магазинов дают. Я же сортирую это. Ну и разговор у меня. Это то мусор сортирую. Там, знаете, всякие бумага, все дела. Ну и бумага должна быть в бумагу, правильно? Кофейку. Чашку кофе. Ой, опять скажете, пою. Ну вот так вот. Душа поет, а сердце плачет. Я тебе бодрящего налью. И знаете, для чего кофе пью? Чтобы сейчас уже скоро гулять идти. Ну как скоро, через пару часиков. А настроение, как всегда, оно ж не хочется. Оно же как это, приходит во время еды аппетит. И вот, чтобы создать себе настроение, пью чашку кофе. Растворимый, не варю ничего. Я, так как я в вине и в кофе не понимаю. Поэтому и растворимый нормально, правильно? И вино. Я в нем не понимаю. Дорогое, дешевое, мне оно все на один вкус. Ой, блин, а что тут за стиральник у меня? Поэтому, что, деньги переплачивать или там готовить, кофе варить? Нафиг надо. Растворимый бунзабаку. Нормально. На вкус пахнет кофе. Ах, какой запах вкусный. А что еще надо? Чтоб пахло. Вот такие дела. Абрикосы, посмотрите, какие. С руку. Такие здоровенные. Вообще, по идее, вот такие должны быть абрикосы быть. Вот такие, да, они вот такие вот. Но пахнут абрикосами. Я вот в прошлый раз взяла в Меркадоне, по-моему, или в Лидл, не помню. Вообще ничем не пахли, как трава. Вот я уже чувствую, что у меня волос прям вот ложится, он мне на щеки. И вот я так не люблю. Уже, наверное, на следующей неделе постригусь и покрашусь, потому что это уже как-то вот это все ложится вот сюда, вот сюда. Надо будет стричься. Ладно, пошла я кофе пить и вот так. И будем потом. Чарли улез загорать. Что-то было-то... А, не, вон он лежит. Было прохладно, стало жарко. Погода дурацкая какая-то. В общем, когда у вас вот такая вот история, вы что делаете? Сами клеите или носите в это? Ну, чтобы вам это делали. Я сама клею, вот смотрите, и моментом, но момент здесь не справился. Купил вот такой вот клей, вроде бы, смотрите, даже каблуки склеивает. Слону даже ногу склеивает, вообще, в общем, посмотрим. В Лидле покупала вот эти, вот этот клей. Причем у меня, смотрите, на двух босоножках, на одних и...
в одном и том же месте, видите? То есть везде все нормально, только вот с этой стороны почему-то. Кстати, босоножки не дешевые, нормальные. В общем, да, как-то так буду клеить. И вот так вот подножки стола ставлю. Пускай стоит. Кстати, клея мне хватило и даже еще остался. Но я думаю, что после его использования я уже его не смогу открыть. Ну ничего, у меня еще там два осталось. Какая-то бумажка там валяется. В общем, так вот. Сам себе мастер. Халюк, что ты будешь делать сегодня? Я сегодня по горам иду. Во-первых, очень жарко. И людей нету. Но машин до хрена, это вообще... Бум-бум-бум. И мух. Столько мух, как на мед слетаются вообще. Ну это понятно, такая конфетка идет. Ну ты посмотри. И они меня готовы сожрать. А меня бесит, когда на меня мухи садятся. Они так противно щекотят. Ой, что-то мы... Вроде, знаете, 9 час. А жарище, погода поменялась, ветер. Точнее, его вообще нету. Прям теплый такой жаркий ветер. Думала, будет прохладнее. Думаю, пойду в горы. Море уже, да, за 2 дня надоело. Вот так вот. Уйду прям на солнце. Так ненавижу. Смотрите, сколько мух. Видите? Или не видите? Это вообще трындец капец. Чарли, жарко тебе, да? Скажи, куда ты меня повела? Здесь столько инжирных деревьев. И инжира. Уже совсем большенький. Смотрите, как. Потом будут здесь всякие мухи летать. Потому что, когда спеет инжир, здесь дофига всяких ос. И, в общем, всяких насекомых, которые хотят полагу. Гляньте, какой большой. Он же прям мягенький почти что. Потом, естественно, его обкромсают, который внизу висит. Пахнет вкусно. Крапивы почему-то, не знаю почему. И тростник. Здесь и ходим. Ничего, видок. Правда, сырая вся. Пойду сейчас в душик. Ну, тут смотрите, какие кудри. Ну, что это такое? Вот льется все. Куда-то вот не туда, не в ту степь, как говорится, лохматая. Ой, блин, жарище, не могу. Сейчас пойду из глаз выковыривать мошек разных. Блин, поналезут. Страсть. Вот там мне чего не нравится ходить по этой зоне, потому что там парники. Парники удобряют какашками эти... Ну, всякими разными. И вот поэтому там мухи, мошки, все на тебя это летит. А я человек сладкий, вкусный и хорошо пахнущий. Поэтому вот они все на меня. Вот она одна. И в глаза, и под глаза, и в уши, и в рот. И вообще, и куда только не лезет. Ну, ничего еще так. Блин, ну вот это вот. Ладно, я пошла в душ. Сегодня, наверное, масочку какую-нибудь наложу. Хотя их каждый день накладываю. Ну, чтобы это... Увлажнить морду лица, потому что в какое-нибудь чудодейственное, как это, восстановление моего фейса я не верю. Это только вот укольчики всякие, которые я боюсь до потери сознания. Ну вот, чтобы увлажнить кожу, как бы, можно всякими масочками. Ну, очистить еще можно. Ну, а там убрать морщины 100% нет. Ну, вы уже все это знаете, что я вам буду объяснять, что ли? Там, походу, муж идет, потому что Чарли уже на позе пошел встречать. Так что буду с вами прощаться. Я сегодня красивая.
Розовая масочка. Очень мне нравится она, кстати. Хороший такой эффект. Прям после нее кожа такая классная, скрипучая, знаете. Потолок ледяной, дверь скрипучая. Угу. Вот такая. В Примор покупала. Что-то 6 евро, по-моему, стоит. Не знаю, точно не буду врать. Вот. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.